Всем привет, друзья! С вами Маша Смолт, и сегодня у нас распаковочка. Я заказала себе набор резцов у мастера, которого я уже заказывала два раза. Вот, очень им довольна, и вот давно хотелось и заказать такой набор. И вот, наконец-то, мне удалось это сделать, и сейчас мы посмотрим, что же мне пришло. Сегодня забрала посылку, еще не распаковывала, сама не видела. Дико интересно посмотреть, что же там. Заранее могу сказать, что упаковано, как всегда, называется «фиг распакуешь», что не может не радовать. В предыдущей распаковке я уже показывала предыдущие свои ножички, но еще разочек покажу. Так они выглядят. Вот этот мой рабочий нож, я вообще с ним не расстаюсь, мне кажется, я им все режу. Вот, очень острый, классный. И, в общем, очень мне нравится. Вот этот нож я использую для геометрической резьбы. Он тоже классный. Вот. Этот нож я использую для съема больших объемов, когда нужно снять много и упор больше. Очень удобно. И вот этот ножичек тоже подходит для геометрической резьбы. Так, я уже вижу заготовочку. Второй раз я получаю бонус. Это, конечно, очень приятно. Я еще, к сожалению, не сделала первый. Вот я как раз о нем вспоминала. Вот такая вот заготовочка. Ну что ж, это только мотивирует на то, чтобы все-таки сделать свой первый нож. И я обязательно этим займусь. Точнее, у меня уже будет два своих собственных ножа. Спасибо большое. Наборчик состоит из 4 резцов. Сталь 9HF. А сами ручки сделаны из каргача. Вот, и обработаны тиковым маслом. Сейчас самое главное не отпахать себе палец, пока распаковываю. Такая вот причудливая форма. Ну, конечно же, все идеально отполировано, просто зеркало можно себя увидеть. Вот я даже вижу свое лицо. Ну, а практическую часть мы проверим чуть позже. Ура! Наконец-то я их распаковала. Теперь можно немножко рассмотреть. Значит, у нас есть 3 вот такие формы. Таким вот носиком, я думаю, можно подлезть просто в любые труднодоступные места. Это мы сегодня проверим. Еще хочу заметить, что мастер не стоит на месте. Теперь у него появилась такая вот, я так понимаю, это клеймо выжженное. Вот, очень эстетично смотрится. Так, ну что, теперь приступим к самому интересному. Но, как всегда, мне надо сначала напялить всю имеющуюся защиту. У меня есть такой вот индеец, которым я уже тут немножко повыжигала. Я у него сборола нос. Ну и вообще больше как-то похоже на женщину, а не на индейца. Я оставила, вырезала другого. Вот. Но как пример подойдет, потому что здесь есть уже основные части сняты. И, в общем-то, можно как раз проверить мелкую детализацию. Начнем вот с топорика. Снимает очень тонкую стружечку, прям практически прозрачную. Вот. Особых усилий я не прикладываю, просто насколько тоненькая стружка. Носик очень тоненький, поэтому не стоит им ковырять, а именно использовать его для срезания. То есть вот не надо там где-то подрезать, я прямой, не ковыряя и веду. Пяточка сейчас подрежем.
Конечно, как и к каждому инструменту нужно приноровиться, но мне уже нравится. Отлично себя показал. Приступаем к следующему. Так, давайте попробуем вот этот. Чем мне нравится вот эта круглая форма, округлая, она углы никуда не врезаются, а именно это подходит для неровных поверхностей. То есть он отлично все снимает. Сейчас попробуем куда-нибудь залезть. Сюда. Прекрасно. С этим даже. Очень все удобно. Прекрасная форма. Прям идеально подходит для вот каких-то таких мест, куда нужно подлезть. Куда не подлезешь прямым. Как, например, вот эти места. Раз, пяточкой подрезали. Все прекрасно режет. Я вообще не прилагаю никаких усилий. Просто режет как масло. В общем, идеально подходит для подчищения всяких нюансов. В общем, тест-драйв тоже пройден. Я очень довольна вот этим ножичком. Так, теперь такая же форма, только чуть поменьше. Рез идеально чистый. Во все труднодоступные места прекрасно можно подлезть. В общем, прекрасно режет. Плюсую. Ну и остался последний. Такой какой-то форма на рыбий хвост. Похоже. Для меня он в новинку. Сейчас будем как-то пробовать. Даже не знаю. Идеально подходит для полукруглых выемок. Например, у нас тут рот есть. Тоже, в общем, подлезет куда угодно. Вы сами все видите, прекрасно режет. Вот так, пара движений и канавка готова. Шикарно.
Вот, собственно, вот такие вот у меня ножички теперь в наличии. Я очень довольна. Прям хоть садись сейчас и режь. Вот. В ближайших видео я, наверное, покажу, как я вырезаю фигурку, и буду использовать как раз вот этот наборчик. Так что не пропустите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мастера я, конечно же, укажу, внесу в описании. Тест-драйв пройден удачно, успешно, я довольна. Отдельное спасибо за подарочек, обязательно им воспользуюсь. Всем спасибо за просмотр, всем пока!